Ребята, всем привет! У нас воскресенье. Мы поздравляем вас с этим замечательным и светлым днем Пасхи. Желаем вам и вашим близким здоровья, просто всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты, желания осуществлялись, все у вас было прекрасно. Настя, я думаю, присоединяется. Да, я присоединяюсь к Аниным словам. То же самое желаю, всего самого лучшего. И, конечно же, мы хотели поздравить вас на немецком и сказать эту фразу. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern. Конечно, произношение неправильное, скорее всего, но, тем не менее, мы вот захотели так вас поздравить. Так вот, ребята, сегодня мы хотели с вами поговорить на такую тему, как прививки в Германии. Мы с этим столкнулись один раз. Нам присылали письма сделать прививку от коронавируса, хотела сказать, от кори. Мы проигнорировали эти письма, там было написано, что вы должны явиться сделать прививку, или если у вас уже есть там какая-нибудь справка медицинская, что вы когда-то ее делали, то вы должны ее предоставить. Ну, как бы естественно, что ни у кого с собой в Германии нет этих справок, все это в Украине, а может и не все делали прививку от этого, от кори, забываю это слово. Будь здоров. И мы проигнорировали эти письма, и как бы ничего нам больше не приходило по поводу того, что нужно сделать прививку или явиться куда-то. Флюорографию мы сделали, да, это было еще на начальном этапе, когда нас заселяли в социальное жилье. Ну, флюорография – это вообще, конечно, обязательная процедура, ее нужно делать раз в год. Но наши знакомые Наташа и Люба столкнулись с этими прививками напрямую. Они их делали не по своей воле, они просто часто ездили к врачам, там у Наташи проблема со спиной, у Любы там она проверяла, что с ногами, там этот варикоз или что, ну в общем не суть, в общем они просто ездили в поликлинику и поэтому часто контактировали с врачами, и им сразу же сказали, что Любе, что Наташа, вы должны сделать прививки. Они такие говорят, это обязательно? А врач говорит, да, это 100% обязательно. У нас в Германии все делают прививки, и вы тоже должны делать прививки. Люба сначала говорила, что я не хочу делать прививку. Ей 72 года, и как бы ну, неизвестно, какая прививка и вообще зачем. Но потом врач ее все-таки убедила в этом, и она согласилась. И по итогу ей за один раз... сделали, вы не поверите, сколько. Вот просто напишите в комментариях, пока я сейчас говорю, ваше предположение, сколько за один раз. Пока вы пишете, сейчас мы уже вам ответим. Короче, 4 прививки за один раз. 4, ребята, просто. Ну, это не от кори, я не знаю, от чего, но там, короче, 4 разных прививки, я не знаю. И, кстати говоря, даже Люба не знает, от чего были эти прививки. Вот что самое интересное. Это вообще как-то очень странно. Я бы ни за что бы не согласилась. Вообще никак. Просто никак. Вот. И сейчас мы расскажем вам последствия тех самых прививок у Любы. И вот, ребятки, я уже наговорилась. Теперь будет говорить Настя. Мы вот решили, видите, сделать в таком формате все, чтобы мы друг друга не перебивали. Там что-то говорю я, что-то говорит Настя. И Настя сейчас вам расскажет последствия тех самых прививок, которые были у Любы. Да, ребята, после того, как Люба сделала себе прививки, она как бы даже не могла подумать, какие могут быть последствия. Уже прошло после тех прививок, если не ошибаюсь, 4 или 5 месяцев, да, где-то так, да, времени уже много прошло. Вот, она сделала эти прививки, и у нее на лице, на шее везде появились аллергические пятна. Да, аллергические пятна, да. У нее шеи такое крупное пятно, с другой стороны. На лице, себя не показывает. Тут. Ну, да, но сам факт, у нее это не проходит каждый день. Она смотрит в зеркало, мы ее видели, у нее реально аллергия, которая не проходит. Ну, знаете, не может быть человек, когда мы спрашивали, а у вас раньше там, может, операция? Она говорила, что она операцию делала. Один раз было и то, это другая была совсем аллергия, которая у нее сразу прошла. А здесь уже долгое время, уже 4 или 5 месяцев у нее каждый день эта аллергия на лице и на шее.
Мы у нее спрашиваем, может, здесь вам не подходит, там, я не знаю, может, химия, продукты, может, что-то не то съели. Но она говорит, ну нет, ну я уже не ем не то, я не ем не то, ни кофе я не пью, жареное я не ем. И, короче, она говорит, вот, я все-таки додумалась, что это прививка. Еще, ребята, вам забыла совсем сказать про Любу, что перед тем, как у нее появилась эта аллергия, она как только сделала себе прививку от кори. Ну, не нее... факт, что от кори. Там было 4 каких-то я прививки. Я просто помню, что она показывала мне, я не знаю, листы, там было написано от чего. Ну ладно, вроде, понятно. Да. Мне она говорила, я не знаю, от чего они. Так вот, после того, как она сделала эту прививку, первую или вторую неделю она очень сильно заболела. У нее была повышенная температура постоянно. Она всегда, у нее слезы, глаза были опухшие. Она всегда, не то что там плакала, но, как это сказать, слезотечие. Слезоточивость. Да, слезоточивость. Постоянно глаза опухшие, температура повышенная. Очень это долго у нее длилось 2 или 3 недели, ну практически месяц. Так и было на самом деле. Она постоянно с нами об этом жаловалась, говорила, что плохо, вот не знает, что делать. И вот, то, как она выздоровела, ну, слава богу, выздоровела после этого всего, после температуры все у нее ушло, и тут у нее появляется эта же аллергия, которая до сих пор, я не знаю, мы сейчас не общаемся, наверное, я надеюсь, дай бог, чтобы у нее прошла. Ну, дай бог, ей там с Украины попривозили много лекарств, ее ни одно противоаллергенное не брало, вообще никак. Ничего, да, она говорит, я и то не ем, и... этот, витамины и все, что там ей дали, и это все не помогает. Я не знаю, пошла она, не пошла к врачу провериться. Мы ей всегда говорим, пойдите, пожалуйста, к врачу, проверьтесь, потому что это такое, знаете, уже долго длится. Извините, 4-5 месяцев аллергия не проходит. Но она же вот недавно пошла к врачу, толком врач не дал вообще никакой информации, из-за чего это все может быть. Не взяли ни аллергопробу, ничего. Ну, как бы, да, непонятно. Да, это вообще непонятно, потому что вот, может быть, это все-таки есть как-то, все-таки это скрывается. Взаимосвязано. Да, взаимосвязано как-то все-таки. Да, и вот с Любой как-то так. И также у нас тоже знакомая Наташа, которая тоже ходила к врачу по своим делам, там у нее проблемы были со спиной. И как она только пришла к врачу, там проверила себя, и ей в этот же день говорят, вот вы обязаны сейчас у меня принять... Да, прямо сейчас сделать прививку. Прививку, да. Она говорит, здрасте, на каких основаниях и что? Потому что в Германии нужно всем делать. Вот она такую речь да, сказала. Да, все делают, и вы должны. Вот одна и та же фраза. Она говорит... И она согласилась. Она согласилась, я не знаю почему, могла бы, конечно, договориться как-то. Ну да. И тоже, да, жаловалась, я просто уже не помню. А нет, у меня никаких жаловалась. Не было проблем. Ну, не было проблем, но, слава богу, да, но просто меня удивляет тот факт, что они ни на каких основаниях не дают гарантию, ничего, но вот вы должны сделать прививку, потому что все немцы и все беженцы обязаны это сделать. Вот, ребята, расскажите, пожалуйста, в комментариях, кто, может быть, как-то был связан с этим, у кого-то есть какие-то истории. Напишите, пожалуйста, ваше мнение вообще в целом о прививках и что вы об этом знаете, и почему вот говорят, что их нужно прям обязательно делать. Да, кто, может, кто-то делал, вот, да, нам очень интересно. Интересно, потому что, может, у кого-то были какие-то симптомы сразу после прививки, вот как у Любы, что мы вам рассказываем. Мне бы было интересно узнать, если вы это знаете. Да. Также, ребята, есть у нас одна знакомая, также ее зовут Наталья. Она общается с многими немцами и сказала нам такую вещь. Говорит, что здесь, в Германии, немцы вообще не делают прививки, то есть вообще нет. И даже ее преподаватель немецкого, она не делала ни одной прививки. Вот как это понимать? Почему? Да, и она отказывается напрочь от прививок. И почему беженцам говорят обязательно делать прививки, все делают? А вот, как она рассказывает, что говорят немцы, даже ее преподаватель немецкого, что они не делают прививки. Как это понимать? Еще нам эта Наталья рассказала такую вещь, что те, кто делают прививки, потом реагируют на какие-то вышки и становятся рабами. Она сказала, что все становятся покорными рабами. Ну, она сказала, что прививку, которую поставили, там находится типа чип, можно так сказать. И этот чип связан с вышкой. И вышка передает потом, я не знаю, срабатывает связь, наверное, на всех не людях, знаю, собирает это... информацию, как она рассказывает. Или как ну да, говорит. Она так и говорила. Это раньше, когда только корона началась, и все делали прививки,
по сети ходили типа шутки, что вот, станете все рабами, все такое, но она говорит об этом по сей день. Также она говорит про тест на коронавирус, который делают там, например, вот она приводит такой пример, как тафель. Вот если ты идешь в тафель, то ты должен сделать перед тафелем этот тест на коронавирус. И вот она говорит, что чем этот тест тоже обработан? Тест, она говорит, обрабатывается, я даже не знаю, какой-то жидкостью специальной. И эта жидкость под собой являет болезнь рака. Вот так она объяснила, да, что эти палочки обрабатываются специально, и потом люди болеют раком. Ну, я не знаю. Насчет этого, мне кажется, это уже это перебор, вранё, я думаю, это да. Неправда. Я не знаю, с чего у нее такое мнение. Она говорит, что именно здесь, в Германии, что типа обрабатываются эти палочки. Я не знаю. И ей это рассказали конкретно немцы почему-то. Вот да, я не знаю, откуда такая информация. Потом, но, в общем, люди болеют раком, с ногами нет, но она сказала именно за рак. Настя, ты вечно вот это с ногами? Нет, я говорю сейчас именно за рак, что она рассказала. Короче, все это очень-очень странно. Да. В общем, ребята, будем очень ждать ваши какие-то истории. Вообще, что вы думаете по поводу того, что мы вам рассказали? Что вы думаете по поводу прививок? Сталкивались ли вы с таким или нет? Нам будет очень интересно почитать ваше мнение, какую-то вашу информацию. Да? Да, я очень заинтересована была, если вы рассказали об этом, потому что, вот, как нам говорят со знакомыми, что немцы утверждают вот это все. Я не знаю, правда это или нет. Да, мы не уверены ни в чем, но со своей стороны мы точно знаем, что мы бы не делали ни в коем случае никакие прививки. Поэтому, ребята, всем хорошего настроения, хороших праздников. Еще раз вас с праздничком. Всего вам самого хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.